Здравствуйте. 8 числа, 8 ноября состоялись президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. И, соответственно, мы, как сотрудники компании DoubleCase, решили поделиться своим взглядом, касающимся эффекта данных выборов на мировую экономику и на некоторые экономики в частности. Стоит отметить, что сама предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки была достаточно бурной. Следует отметить уникальность самих кандидатов. Дональд Трамп представлял собой представителя бизнеса, а также телезвезду. Хиллари Клинтон потенциально избиралась как первая представительница прекрасного пола на столь высоком посту в Соединенных Штатах Америки. Также следует отметить, что сама кампания была достаточно необычна. То есть, в первую очередь, еще за неделю до результатов было известно о 12% разрыве между кандидатами, что является достаточно беспрецедентными случаями в истории Соединенных Штатов Америки. Это стоит учитывать ввиду того, что обе партии очень сильно поддерживают обеих кандидатов, и такая разрыв поддержки имеет определенные эффекты на, безусловно, как и на опросы, также влияет и на ожидания участников финансовых и прочих рынков. Следует отметить, что еще до результатов окончательных Хиллари Клинтон виделась большинством инвесторов как человек, который, придя к власти Соединенных Штатов Америки, сохранит некий статус-кво. То есть для инвесторов, крупных инвесторов, избрание Хиллари Клинтон представлялось как поддержка прежнего курса. То есть было стабильным. Любое изменение в Белом доме представляет определенный риск. Это изменения, то есть будут изменены, пересмотрены некоторые векторы развития самих Соединенных Штатов Америки, а являясь первой экономикой мира, так и